Стоимость проезда на маршруте номер 364 от Краснообска до метро Студенческой увеличили до 28 рублей. Раньше пассажиры платили по 25 и сегодня выросшим тарифом недовольны. Перевозчик объясняет это тем, что на протяжении 2 лет добровольно возил пассажиров по сниженной цене, хотя департамент по тарифам еще тогда утвердил возможный максимум. Сегодня издержки возросли, и предприниматель воспользовался законной возможностью. Правда, как отмечают в Минтрансе, это не значит, что повышение тарифа произойдет повсеместно. На большинстве маршрутов тарифы не регулируют, но повышать цены за проезд перевозчикам не дает серьезная конкуренция.